помощь. Просто называть это танканом, вот эту форму, не совсем правильно. Потому что да, когда мы диафрагмой берем и делаем танкан, это танкан. Но мы же с этого же захвата делаем форму и такие движения танкан, другое движение. А само упражнение тайнахэнг — это упражнение по смене положения переводится. Поэтому тайнахэнг. Здесь. Айдзон. Здесь в этом упражнении мы делаем одно вращение, второе вращение и выходим в линию. Нам надо вот это вращательное движение погасить и остаться в устойчивом положении. Вот мы входим здесь в линию, вращение, здесь вращение и здесь в линию. Вот мы должны вот, ну, широкий круг, смотри, широкий круг, малый круг и линия. Концовку попробуйте линию прочувствовать. У вас нога, вы должны стать вот танкан и линия. Мы стоим по линии. Вас не заносило. Позиция более развернутая, как джо. Он будет двигаться по гравитационному радиусу. Инерция и гравитация, он определенным образом. Вот тут мы, конечно, входим. Ну давайте попробуем. Мы можем, в принципе, здесь и сохранить контакт с рукой, как вот Даша делает. Можно попробовать так, даже так будет для убедительности. Чуть выше потом, вам уже это не так надо будет. То есть вот мы входим, рука проходит, мы проходим сюда, перекладываем эту руку. Хорошо. Просто для нас тактильно, чтобы мы знали, где она находится. Давайте, хорошо. Раз, раз. Тогда он не уйдет. Даша, ну нет. Да. Вот вы руку проводите. Только точка контакта, точка контакта. Не надо прикладывать. Thank you.
Ты уже отель, да? Куда мы двигаемся? Как мы? В этот. Ну, я попробую. Это все. Кто-то так и надо. Это зол. Через ремяш у Шира. Потому что короткое движение нам нужно. Раз, два, три. То есть больше даже, ну, в принципе, не, сейчас не циклимся на это. Попробуем. Начало такое же. Мы также делаем ремяши, только мы здесь проходим. Тогда у нас немножко движение ног будет чуть-чуть другое. Вот что я вначале вам хотел объяснить, потом думаю, ладно, для танкана оно проще. У вас как бы инерция. Сейчас не бей. У вас инерция сюда уносит, и вы делаете шаг, и потом оно выходит за танкан. Вот. Сейчас надо будет попробовать, смотрите, мы сделаем вход и сразу вход за партнера. И ремень. Ну, или не без введения. Раз. Вот. Может, сведение? Вот хочется посложнее без введения. Эта нога подтягивается, а эта шагает сюда и вместе с партнером разворачивается. Это рука.
Можно даже этой ногой, ну, так это будет сложно бежать. Поэтому сюда.